Проект «В гостях у будущего работодателя» реализуется в нашем городе не первый год. Регулярно в Саров приезжают студенты из Москвы, Санкт-Петербурга, Ульяновского, Нижнего Новгорода и других городов России. В этот раз к нам приехала делегация из Поволжского государственного технологического университета. Целью проекта является познакомить студентов с будущим местом практики. Безусловно, цель нашего проекта – это последующее трудоустройство лучших студентов в ядерный центр. Константин Черепанов – студент 4 курса бакалавриата ПГТУ. В этом году молодой человек заканчивает учебу в университете и на дипломную практику планирует попасть к нам в город, а после остаться здесь работать. В качестве специальности Константин выбрал машиностроение. У меня вообще-то был довольно большой выбор профессий, которых я хотел себе попробовать. Решил остановиться на машиностроении, потому что показалось более интересно. Визит длился 3 дня. За это время ребята успели познакомиться с городом. Также для них была организована культурная программа и встреча с ведущими специалистами и молодыми учеными ядерного центра, которые рассказали о своей работе и провели собеседование с будущими потенциальными сотрудниками. Самое главное для специалиста, ну и для роста, ну и вообще для продуктивной работы, это чтобы огонь горел в глазах. Чтобы человек работал с энтузиазмом, чтобы ему нравилась его работа. Общение студентов с сотрудниками ядерного центра длилось несколько часов. За это время ребята получили ответы на все интересующие их вопросы и узнали обо всех тонкостях работы РФЯЦ в НЕФ и жизни в закрытом городе.